Посмотрите на что-то прекрасное в своей жизни сегодня. Все пропало. Трогай меня здесь. Офигенная. Обычная резиновая кукла. Галюны. О, блин, это классно. Жизнь вне коробки жестока. Всем привет. С вами Слава Игрушкин. А это просто жемчужина моей коллекции. Это редкая, ценная, классная, просто сама по себе. Нови Старс, Кармела Свит, Карамелька. У нас это переводится, и в принципе просто сладкая карамелька. У нее есть сестричка Фрустина Спринклс, я ее называю марципан. В России, возможно, ее так называют. Но я не стал брать марципан, хотя у меня была один раз возможность. Вот такой арт. Вот такое фото. И вот такой марципан. Ну, Фрустина, значит, мне кажется, конечно, это имелось в виду мороженое. Все-таки, а не марципан. Почему ее так назвали? Здесь у нас какие-то силуэты конфет, я понимаю, дрожже, конфетки, на палочке. Вот это что такое, мне интересно. Она у меня очень давно стоит, поэтому пыльная на шкафу. I'm Bendy, я гнусь. И прям такая согнутая ножка, вы полюбуйтесь. Врут. И видит, try me, touch here, трогай меня здесь. И ты такой трогаешь, такой, ничего. Обычная резиновая кукла. I'm gummy soft. Я мягкая, как желейка. Пишут они. И нифига, она не такая мягкая. У нее, по сути, нет никаких особенностей, кроме того, что она офигенная. Вот знаете, когда конфеты дети едят, у них сахарный передоз. И они такие безумные. Вот это вот оно. MGA. Очень жалко распаковывать. Знаете почему? Потому что волосы. Я просто боюсь за ее волосы, и вот просто каждая кудряшка здесь как будто бы на месте, а если я распакую, это все пойдет по... И все равно я буду открывать ее, потому что я не хочу держать ее несчастную всю жизнь, а я всегда говорил, что держать куклу в коробке, это как будто бы не иметь ее в коллекции. Так, наверное, открывается она сбоку. Вот, она закрытая, она неполноценно живет, хотя и в шкафу моем никто неполноценно не живет. При том, что я эту коробку открывал, когда правил ей ресницы. Ой, я вам расскажу. Я помню, когда я видел ее в детском мире. Она стоила там 1200, что ли. И мне было дорого. Если это бы действительно стоило 1200, если не дороже. Вот такие звезды, галактики или просто галюны при сахарном приходе. Не знаю, что это нарисовано. Вот это легендарная уже для меня... расческа, но она дурацкая. Расческа у Нови Старс, но она такая красивая. В смысле цвета. Вот я об этом и говорю. Жизнь вне коробки жестока. Hair brush included. Вот такой hair brush. Нереального цвета. Вот сейчас на камере она морковная, а вообще она флуоресцентно-оранжевая. Я не знаю, как поймать этот цвет. И вот так интересно открывается коробка. И давайте я скажу, что... Нови Старс когда-то вышли и были в продаже. Много-много разных Нови Старс. Волны выходили, люди фыкали некоторые. Что за фигня, что за пародия на монстров. Я тоже оценил не сразу и пожалел. Потому что Тула у меня остается в хочушках. Тула Тоунд, по-моему, она зовется. Кстати, тело все-таки я тоже отдельно откреплю. А вот, в чем суть? В какой-то момент... Они внезапно во всей России, вот ощущение, что во всех магазинах розничных, в интернет-магазинах резко начали продаваться по скидке. Где-то вот в пределах 700 рублей плюс-минус их можно было приобрести. Я что-то сидел, думал, сопли жевал. В итоге все пропало. Все пропало. Так, мне нужны ножницы, я боюсь волосы хоть как-то трогать. Ходил за ножницами, они у меня здесь лежат. И когда я начал искать свою карамельку, потому что, понимаете, олененок тоже легенда. Какие-то еще куклы тоже, но я хотел карамельку. Вот привет Лене, мы обсуждали у Берсика, как это волосы откреплять, не повредив их. И я с большим трудом смог найти потом себе карамельку в одном единственном магазине. Кажется, что они на хвостиках, а они к коробке приделаны. Вот, блин. Хитрые. Просто так, видимо, эти заколки выглядят эффектней. Давайте сразу на них посмотрим. Мы же начинаем с головы. Это мороженки. Классные такие. Мороженки. Розовые с желтыми какими-то потеками.
И это вишенки в форме сердечек. Милота здесь присутствует, потому что я считаю, что это полностью все стиль Fairy Кей и декора Кей. Короче, что-то японское такое, знаете, все прям вот сладкое. Конечно, здесь не столько декора Кей, но все-таки какой-никакой Fairy Кей, я считаю. И точно такое же мороженое, оно не симметричное, просто одинаковые заколки. У куклы два хвостика, снизу прошито голубым, сверху фиолетовым, такие нежные цвета, не яркие, волосы закручены. Прошивка, не знаю, есть ли смысл смотреть. Ой, ну и сказать, чтобы она шикарная, но в этом вообще нет смысла, потому что она фиксирована и... Зуйся! Называется «Не повредить волосы и засунуть голову». Выходила она проще. Вот. Здесь два хвостика. И здесь есть ее рожки инопланетные. Это синие. Вот на самом деле у всех они серебряные. У нее синие. У нее цветные волосы. Она самая яркая, мне кажется, из всех. Ее волосы уже запутываются в этих антеннах. Их вроде можно вытащить, но я тоже не уверен, что нужно. Они в бантиках, милые вполне. Не какой-то странной формы, вот знаете, лишь бы было странно, она же инопланетянка, как у остальных. Я сейчас попытаюсь закрепить ей эти мороженки. Они довольно крупные имеют размер и пространство между, но они не могут закрыться. Значит, нужно на половине хвостика это делать. Ну и опять же, смотрите, я делаю на половине хвостика, и они уже улетают куда-то. И очень странно, это все вместе с рожками смотрится, потому что, ну, не должно быть так. Сейчас я за кадром попытаюсь еще что-то сделать. Ну, допустим, вот так. Я говорю, в коробке все было красиво, на месте, хоть и не настоящем месте. И все волосок к волоску. Здесь же приходится и расчесывать, и все дела. Продолжим. У нее бровки тоже есть. Это классические точечные брови Нови Старок. Голубой круг в желтом контуре. И здесь. Ну, вы видите, голубые тени, и сверху такие, можно, наверное, это пеной назвать, пузырики такие, желтые с зеленым контуром. Под глазом конфетка нарисована, карамелька, то ли с крылышками, то ли в фантике. Тоже оранжевый, желтый, с контуром на носу, как веснушки, может, это россыпь именно посыпки какой-то кондитерской. Розовые губки с... более темной розовой полосочкой и таким полукругом на нижней губе как бы рисуют. У всех так, у других тоже. Но помада нежная. Далее, ресницы. Очень крутые зеленые, яркие неоновые ресницы с розовыми яркими блестками. Причем я это все подклеивал суперклеем, потому что они немножко были неправильно расположены. Из-за этого я распаковывал ее немножко. Но выглядит все, знаете, вот... посыпка даже, она не выглядит как именно блестки. Она как что-то конфетное, знаете, как порошок какой-то кислый, лимонный такой ядреный. Или какие-то другие. В Gravity Falls была такая запрещенная вкусняшка. И, в принципе, есть, оказывается, в Америке, да, такие вещи, где палочку макаешь, вот эти порошки, и облизываешь. Вот мне это напоминает. Ну и, конечно, у каждой Нови Старки свой тип глаз. Какие-то были блики, цвета. Но здесь все полностью по-другому. Здесь такая... голубая с розовым карамель и карамель на палочке или леденец какой-то с круглым бликом еще нарисован силуэтом. Офигенно! Скинтон у нее сам тоже такой, ну, головы перламутровый, немножко фиолетовый, немножко розовый, ушки классические. А вот тело не соответствует ее тону головы. Давайте снимем. Вот так у нее руки вынимаются. Когда есть проблема с руками у Нови Старс, некоторые вставляют от кукол Monster High часть, которая ниже плеча. Ну, вы понимаете, вот это и кисть. Вот. Мне не очень нравится ее согнутая рука, не люблю угнуторуких кукол, но здесь уж никуда не денешься. И вот, она вся должна быть вроде как бенди, вроде как вся гнущаяся, мягкая, как желе. Но это на самом деле жесткая резина, она прозрачная и с блестками. А вот здесь она, кстати, не такая в руках прозрачная, тело более прозрачное. И ножки средней прозрачности между руками и телом. И они тоже с блестками, но никак не бенди. У меня подделки некоторые, в которых пластификаторы пилили, и то более гнутся. Но мы видим тело, это, знаете, тело похоже на льдинку Monster High. У нее тоже вот по той же логике, ну и, конечно, обычные
ножки с пальчиком. А туфельки простые достаточно, ботильончики с высокой платформой, литой. Хотя выделен каблук все равно и есть на внутренней стороне имитация молнии. Также сзади разрез. Нарисованы конфетки уже зеленый с оранжевым на носочках. Как бы хотелось бы на самом деле обувь какую-то более тематическую, но, видимо, просто нарисовать конфетки на обычной обуви было им достаточно. И остается у нас платье. Здесь у нас бирка фирменная. Платье у нас такое простое, тоже на одно плечо. Они любят такие платья. Их просто делать. И у нас кожзам, перламутр такой бордовый, просто голубой, перламутровый такой мятный цвет и снова бордовый. На арте это выглядело более радужно, здесь же так попроще решили сделать. Сколько нашли, столько нашли. И бантик, он просто как бы бантик сшитый. И на нем нарисованы полоски. И голубый бантик с розовыми полосками и оранжевой серединкой. А топ, он тканевый, из тонкой ткани, такой на хлопок похожий. И полосами серебра, которые немного выходят за плечо. А сзади вот здесь прозрачная лямочка. Ну, в общем, вот, у нее нет питомца, но она офигенная. Она в таком японском стиле. Мне кажется, даже сейчас она очень трендовая. Такая Харуджуку стайл. Ну, вы полюбуйтесь на нее. Посмотрите на что-то прекрасное в своей жизни сегодня. Она идеальна. Она прекрасна. Это лучшая новистарка. И, конечно, есть олененок, и у меня она тоже есть, благодаря Лизе. И Мими Мирайс, и многие другие классные. Но, вот, понимаете, столько всего в себе в одной собрать, это вообще что-то. Шикарная конфетная девочка. Так, я что-то недорассказал историю. Началась большая распродажа везде. Я сомневался. А когда, в общем, решил, кое-как на одном сайте выловил себе карамельку, чуть дороже уже, чем было, без дополнительных там других кукол в комплекте. Одну в итоге за 1000 с доставкой я ее приобрел и очень рад, потому что у меня ощущение, что это была последняя карамелька в России. И она такая же редкая, наверное, как и олененок, но больше я ее не видел. И найти ее было сложно в тот момент, в последний. Я говорю, ощущение, что я урвал ее просто последнюю, какую только смог. И, это классно. Но я не фанат таких острых ощущений в мире кукол, извините. Спасибо, то, что досмотрели видео до конца. Вы большие молодцы. Я говорю вам пока.